И снова здравствуйте, всем привет. Итак, нашел я на полях YouTube новую информацию. Значит, как можно делать анимации, когда вот персонаж берет, значит, оружие. Раньше мы как делали? Давайте посмотрим. Так, вот есть у нас рик миксамовский, правда, анимация миксамовская. Но это дело даже ускоряет, значит, процесс понимания и процесс... Значит, всех вот этих проб и ошибок по роликам. Теперь заходим в Edit Mode. И что я хотел бы сделать? Значит, добавляем Viewport Display in Front, чтобы видеть вот эти косточки, да? Теперь тройка на NumPad. Выберем головную косточку E. Вытащим с нее косточку Alt-P Clear Parent. G. Нужно вот эту косточку нашу подставить к нашему пистолету. G. Вот сюда вот так. Подгоняем, значит. Ну просто пусть пока тут, да, побудет. Все, пусть пока тут побудет. Мы ее ни к чему не привязываем. Как объясняется в ролике, она не привязана ни к тазу, ни к чему. Вот это чисто эксперимент и проба того ролика, который... Я посмотрел. Значит, ссылка на оригинальный ролик будет в описании. Если кому-то интересно, там можно посмотреть, но только с переводчиком. Так, Object Mode. Вот пистолет, значит, Jinx. Давайте его подгоним к этой косточке. Так, и привяжем этот пистолет... Вот к этой косточке, значит, да? Значит, выбираем кость, выбираем пистолет, заходим... Так, нет, выбираем пистолет, выбираем косточки, заходим в постмод, сбился немножко, так, ничего. И делаем сочетание клавиш Ctrl-P. Это значит, у нас будет бон. Пусть будет бон. Можно привязать White Automatic Widget, да? Но это... Разные привязки, опять же, по роликам посмотрите. Так, это дело есть у нас, да? Object Mode. Смотрим. Выбираем, значит, наш рик. Так, предварительно давайте в преференции зайдем и установим Install Add-on. Посмотрим, как он тут называется. Dynamic Parent называется. Вот 1.0.1 zip. Его можно скачать, значит, на, как его, Git называется. В группе оставлю ссылку на этот аддон в ВК. Значит, ссылка на ВК будет тоже в описании. Зайдите, посмотрите, там можно будет его бесплатно скачать. Так, все, мы это дело install, он устанавливается, все, мы его прописываем, пробуем, значит, устанавливаем. И здесь он... Галочку ставим, когда появится. Но это по прошлым роликам. Ладно, не буду я его сейчас писать, вводить. Чисто интересно. Итак. Значит, выбираем наш рик. Заходим в постмод. И смотрите, какая тут фишка. Значит. Английская А. Вот она, наша вся анимация. Вот наш персонаж. Тут немножко, конечно, он не догибает до пистолета, но не суть вопроса. Так, погнали. Значит, вот он нагибается, Джинкс нагибается. И вот здесь она его должна, смотрим, на каком кадре взять. Мотаем, мотаем она ниже, ниже, ниже. Вот здесь она уже так. И, значит, здесь она уже его берет на 28-м. Так. Даже раньше. Где-то, наверное, вот здесь она его должна взять. Так, я эту косточку, значит, приподниму повыше. Ну, чтобы можно переписать, чтобы она ниже нагнулась. Это уже потом я этим делом займусь. Уже будет мои, я буду свои анимации делать. Так, и значит что? Вот, это, вот этой косточки мы прописываем N-панель, открываем наш вот этот add-on Dynamic Parent и назначаем, значит, связь. Связь назначаем каким образом? Выбираем одну косточку и кость руки через Shift. И делаем Crit.
все, это дело мы назначили и смотрим, что получится. Она его не берет, да? Так, получается, получается, вот, выбираем, значит, кисть руки, потом пистолет, а потом жмем крит. Все, она позеленела. И вот наш пистолет она взяла, но он падает, да? Хотя он должен быть к ней привязан. И он куда-то улетает. Так, выбираем только пистолет, кость. И значит вот сюда его ставим и попробуем отцепить. Выберем просто пистолет и нажимаем отсоединить. Можно даже это дело, в принципе, она должна уже бросить. А ну-ка. Не хочет он что-то бросать. А ну-ка, тут две какие-то прописки. Значит, здесь у нас еще констрейны должны прописываться. Значит, это мы дело пока удалим. И пробуем еще раз. Значит, руку выбираем. Выбираем. Так, а ну-ка, если мы пропишем наш пистолет здесь и локрот, потом, значит, здесь вот она его должна взять. Так, он должен... Вот она привязана к этой к руке. Значит, на руку тоже нужно удалить вот эту штуку. В констрейнах нету, значит, все нормально. Вот, в настрой Shield Off. Это дело мы, значит, удаляем с ее руки. Прописку в констрейнах на кость. И пробуем еще раз. Так, кость позеленела, с нее тоже убираем вот этот constraint записи. И теперь нам понадобится выбрать руку. Рука должна выбрать наш вот этот пистолет. Так, это значит крит. Так, семерка R перекручиваем. Так, мы можем руководить. Это даже есть good. Так, R перекручиваем. И G подставляем, значит, ну, хорошо, значит, в нашу руку. Прописываем, значит, E. И смотрим, что у нас получится. Вот она, видите, его ложит. И вот она его берет. Раз. И все. Здесь должна уже анимация быть с пистолетом. Все. Нормально. Только теперь семерка на нампаде. Нужно его немножко, значит, подкрутить. А подкрутить его можем только вот на этом кадре. Значит, R мы его подкручиваем и прописываем. И теперь, значит, вот это И. Так, это будет позиция меняться. Так, значит, нужно смотреть руку. И получается R. Доработка в руке ее надо провести. И, значит, прописка. Так, вот она, значит, на первом кадре. Вот она ее, значит, положила. И, значит, теперь вот она раз. Прописка, она ее берет, и все, она теперь будет с пистолетом. Ну, четкая штука, да?
И быстро прописка, и значит мы не привязаны к тому, что мы его потом подгадываем, где он будет лежать, чтобы потом его по руке подкручивать. Блин, кайф. Вот такая штукенция. Вот эта штука. Значит, все равно. Ну, иди, вот в констрейнах прописывают вот это DP Амату вот этот. Так, еще. Что у нас на руку? Так, на кость руки у нас, значит, нормально. Прописки нет. И теперь, смотрите. Если мы захотим ее, значит, отвязать, мы выбираем вот эту кость. И просто должны нажать Disable. Тогда у нас она берет. На каком кадре? Вот здесь вот тоже Disable. Тогда и руку нужно. А ну-ка, а на руку какая разница, да? Disable, если нажмем. Так, ну, в принципе, все прикольно. Так, это получается, если мне нужно будет отвязать его, то получается, где он привязывается? Он привязывается у меня вот на этом кадре. Я закрываю эту disable, и тогда что будет? Так, он тогда, пистолет просто в бок уходит, и все. Почему тут есть еще какой-то кадр, да? Или можно просто эти два кадра тогда удалить. Что у нас тогда получается? Но у него получается все равно движение, потому что он привязан, значит, к нашей руке. Если я выберу его, а потом руку, и нажму Disable. Ну, тут видите, еще вот здесь вот прописки. Вот здесь вот в анимации это тоже прописывается. И тут слишком все кучно. Поэтому я не смогу здесь, наверное, найти. А ну-ка. Ну да, вот, в принципе, все мы отвязали. На каком-то кадре еще, а ну-ка. Ну, в констрейнах этого ничего нет. Просто тогда мы вот эти кадры с этой косточки удалим, то тогда получается она раз, не взяла его. Если нам нужно, чтобы она взяла, повторяем, значит, на 23-м, да? Так, на 23-м прописываем, значит, руку, выбираем и нашу вот эту кость пистолета и жмем крит, связь. Тогда все, она его берет. Здесь нам нужно будет на остальных кадрах пистолет это дело. Значит, подкрутить. А ну-ка. Выбираем кость R. Подкручиваем. Надо подгадать, как она будет его брать, чтобы ручка правильно лежала. Так, это мы тоже подставляем. Подставляем. И, значит, его нужно прописать. И локрот. Следом, на каком она там выпрямляется. Так, тут тоже его. Так, Ctrl-Z. Выбираем косточку, значит, нашу вот этой. Угу. Ну, чтоб не плясало, да. На тех первых кадрах все это дело подправить. Так, это тогда R на курок G. Делаем подгон, ну приблизительно, прописываем и локация. И вот она его раз бросает здесь, а здесь она его берет. Итак, здесь можно еще в анимации что делать? Вот добавлять прилипание вот этой руки к этой. Допустим, если она целится двумя руками, это вы уже основной ролик посмотрите. Это вот как для информации, да, что он есть.
Аддон есть, и вот такая возможность. Очень будет помогать, значит, это все в анимации. Прикольно. Значит, теперь на каком кадре у нас он опять есть, мы его выбираем. Вот двойной, видите, да? Вот здесь вот. Вот. И теперь выбираем только пистолет. Смотрим, на какую прописался. Так, почему не прописывается? А, все, понятно. Так, вот на эту штуку вот прописалась DP Амату эту. Здесь она по нолям. И когда мы начинаем вести, у нее до единицы повышается вот эта штука. Вот. И ей мы можем регулировать еще в руке, значит, положение вот этого нашего пистолета и дополнительно прописывать. Прикол. Так, а тут что получается? Тогда здесь, где она берет, здесь должно 100% быть, да? Тоже есть неудобство. Ну-ка. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Да, она должна быть до 100%. Ну, прописку тоже можно прописывать вот именно по ходу в промежутках, но где она выравнивается, уже в руке точно он установлен. Это должно вот единичка быть. Зашибись. То же самое можно делать, значит, пропиской. Это я уже показывал, значит, с футбольным мячом, как это дело все прописывается. Ссылку оставлю в описании. Через constraint есть вот shield off. Получается, если мы сейчас вот сюда вот ее поставим, здесь мы выбираем косточку без руки. Вот, допустим, смотрите, если кто не понял, выбираем кость руки, она должна взять предмет, и через Shift выбираем предмет, потом жмем Crit, соединение. А если нам нужно отвязать, то мы просто выбираем тот привязанный предмет, мы его отвязываем, удаляем, значит, все вот эти покадровки, и тогда она его не возьмет. Все, прикольно. Остальное выбирается точно так же. Допустим, рука, которая держит пистолет, через Shift эту кость выбираем и Shift другой руки. Вот, ну, когда мы прописали, допустим, руку, и они привязываются, и мы выбираем только одну вот эту руку. Я вам сейчас покажу, как это все делается. А ну-ка, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так. Что у нас получается? Вот она берет пистолет, но я, допустим, хочу, чтобы в этот момент еще рука прилипала вот к этой, выбираю вот эту кость и выбираю вот эту кость. И делаю крит, связь. И теперь смотрите, если по идее я должен выбрать вот эту косточку, а ну-ка G. И вот видите, у меня работают две руки, хотя руковожу я одной костью. Вот, если это вот эта кость будет тоже находиться на рукоятке пистолета, то они будут слипшиеся руководиться только одной вот этой рукой, блядь. Прикольно. То же самое, значит, пистолет можно убрать в кобуру. Вот, допустим, смотрите. Так, сейчас я здесь... так, ну, кобуры у меня нет, да? Надо прописать какую-то анимацию, допустим. Так, вот, она выстрелила. Здесь она выбирает вот этот, значит... косточку, делаю R. Так, и, допустим, она должна пистолет убрать в кобуру. Так, это значит G. R. Прописываю A и локрот. Так, дальше. Как бы это все культурно, чтобы... Вот на моих ригах такого нет. Но здесь вот вы видите, что эта штука присутствует. Почему? Потому что у нас здесь присутствует вот эта кость на локоть, которую я никогда не ставлю в своем риге. Она, в принципе, не нужна. Так, потом семерка на нампаде. Перекручиваю, значит, эту руку. Ну, чтобы по бедру, да, пистолет был. Ну и сюда мы его А и пропишем.
И, значит, вот здесь она его должна уже вставить в кобуру, допустим, G. Так, R. Дальше она типа засунула, ну, представим, да? Так, вот так вот. И G, допустим, ну вот она опустила. А, и прописка. Дальше она должна руку убрать с пистолета, да? Это значит, здесь мы теперь должны пистолет отсоединить к RID. И прописать, значит, вот это G руку вниз. А, и прописка. Офигенно! Это все быстро, это все хорошо. И вот теперь получается раз. Но здесь вот чуть-чуть надо подкорректировать, конечно, тут здесь вот на этом кадре. Значит, чуть-чуть это должно быть повыше. Но видите, пистолет не позволяет. Значит, кобура у нее должна быть где-то на ноге. Раз у нее кобура должна быть где-то на ноге, ну давайте на ногу ей опустим, значит, да? Я просто выбираю здесь, где еще привязан пистолет. Видите, на этих кадрах он еще привязан. И я не убираю кость. И все, допустим, раз она его вставила в кобуру. Бэмс. А, и я переписываю кадр. Так, ну тогда мне нужно переписать и вот этот кадр. А ну-ка. Ну, где-то она вот здесь должна остаться. Пистолет, потому что рука у нее маленькая и на пояс, ну никак она не может ее опустить. А ну-ка. Так, тогда вот этот кадр, где дергание идет. Так, здесь она его опускает. И видите, он улетает. Почему? Ctrl-Z, Ctrl-Z. Нужно конкретно его, значит, ну пусть, значит, он тут там находится. Короче, где вы его прописали, вот сейчас вот смоем. Так, еще Ctrl-Z. О, появились вот эти кадры прописки, что он здесь должен отлипнуть. Но он здесь вот еще. Так, ага, вот она его вставляет. Это вот дергание вот это, да? А ну-ка, G. Ну, есть минусы, где исправлять потом будет немножко неудобно, поэтому нужно конкретно вставлять. Но если мы вот сейчас выберем пистолет, вот здесь-то мы его отвязали, все, вот видите, вот здесь он отвязан, здесь он должен точно прилегать, допустим, где-то, ну, G к нашему персонажу, чтобы точно уже, да, не на скорую руку. И тогда получается, что раз она там берет, тут она его вставляет в кобуру или цепляет, и все, кадр закончился. Так, смотрим, выключаем всю вот эту штукенцию, отключаем мув и смотрим, что произойдет. Да четко. Ага. Ну не то, что четко, что вот анимация четко, да, а то, что она не надо самому прописывать теперь, значит, оружие. Ну это можно и меч также за спину убирать, и можно пистолеты из кобуры также раз достал, выстрелил с двух рук и также их положил. Главное, чтобы косточки были вот эти вот. Привязка, значит, кости. Так.
Ну, офигенно. Если мы захотим теперь, значит, его от, так, чтобы он был опять прицеплен, то тогда нам нужно найти вот этот кадр, где она его ложит, выбрать, допустим, там, допустим, вот крит, да, опять, а, перепрописать я не могу, да? А ну-ка, раз. Все, нужно вот эти ликвидировать кадры. Где прописано, значит, где она прописана. Вот здесь она уже бросает, значит, вот эти, вот они, спаренные два кадра. Находим настройки вот этой штуки. Удалять ее нельзя. Почему? Потому что у нас прописан первый кадр, где она берет пистолет. Так бы удалить его, ну, закрыть и все, допустим, да, можно вот применить его. Потом добавить новые. Ну, было бы прикольно. Ну, вот это, если мы теперь удалим вот эти два кадра, delete. Она будет улетать. Почему? Потому что вот раз, вот этого кадра не должно тоже быть. И тогда мы можем раз и дальше дописать какую-нибудь анимацию. Тут еще в чем фишка, что я руку, видите, тут у меня еще рука прописана. Так что выбираем или только пистолет, или все вместе с анимацией, где прописано опуск пистолета, допустим. Все, и тогда она у нас будет теперь опять с пистолетом привязана. Вот, просто может руку вот так раз, опустить. И я теперь делать, если буду анимацию, я буду теперь не заморачиваться на то, что я много времени корректирую, значит, привязку оружия. Там или, ну, в то или иное место. Рекомендую, качайте, устанавливайте, пробуйте. Для тех, кто именно делает игры или там военные какие-то, значит, ролики, там, анимации. Ну, это, в принципе, штука незаменима. Представьте ситуацию, анимация едет, допустим, там, я Джон Уик в машине, он рулит без оружия, тут же он лезет в анимации, достает с кобуры, допустим, пистолет, делает выстрел и опять или выкидывает оружие, ну, смотря какая анимация, или ложит назад в кобуру. Вот этим способом можно очень, значит, сократить время для вот этих всех манипуляций движения. Главное прописать руку, а там уже все будет чин-чинарик. Все, всем пока, до свидания. Повторюсь, ссылка на оригинальный ролик в описании к видео.